Все, можно. Добрый день, уважаемые участники конференции. Сегодня мы проводим нашу очередную онлайн-конференцию. Тематика у нас «Влияние COVID-19 на авиационную отрасль». Вести нашу конференцию буду я, меня зовут Ирлан Абсатов и Жанна Исингарина. Сегодня мы пригласили таких спикеров, как Даулет Хамзин, исполнительный директор международного аэропорта Нур-Султан, Ердаулет Шамшиев, вице-президент по стратегическому развитию и правительственным связям авиакомпании Air Astana, Николай Бурюков, вице-президент по коммерции авиакомпании Skat Airlines, и Руслан Сарин, он представляет международную компанию IATA по Центральной Азии. Ердаулет, Николай, как вы знаете, с 1 мая мы возобновляем наши рейсы с Астаны, с Нур-Султана в Алмату. И такой вопрос. Как будут осуществляться эти авиарейсы и чего ждать пассажирам? Какие условия будут применяться к таким перевозкам? Ердаулет. Добрый день. Я прежде всего хотел бы поздравить всех наших пассажиров с началом возобновления рейсов между Нур-Султан и Алмата. Мы все долго этого дня ждали. Надеемся, что в ближайшее время другие города также откроются. Что касается условий перевозок в новых условиях, согласно постановлению главного санитарного врача на транспорте от 27 апреля 2020 года, установлены некоторые дополнительные требования к правилу перевозок. Это вот обязательное ношение медицинских масок, социальное дистанцирование, прохождение измерения температуры, предоставление справки на коронавирус, а также рассадка на борту самолета. По части рассадки на борту самолета и предоставления справки у нас есть некоторые разногласия. Почему? Потому что согласно этому же постановлению, рассадку мы должны делать на борту таким образом, чтобы рядом кресло должен быть свободным. Если это на одном ряду три кресла стоят, тогда посередине кресла должно быть свободным. А если это два кресла, если маленький самолет, да, тогда следующее рядом кресло должно быть также свободным. Надо сказать, что это превышает требования Всемирной организации здравоохранения. В самолетах вероятность заражения в разы ниже, чем в других местах общественного пользования. К тому же на современных самолетах установлены фильтры HEPA, которые обеспечивают высокое качество воздуха в самолете. К тому же в салон самолета постоянно поступает свежий воздух через двигатели этих воздушных судов. То есть самолет в настоящее время это самый в плане вирусов, каких-то там бактерий, это самое безопасное место, можно считать вот таким образом. Также надо обратить еще на один момент, согласно решению оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по городу Нур-Султан за номер 8 от 15 апреля, при развозке работников компании, которые допущены к работе, допуск пассажир допускается в автобусы на всех в количестве, не превышающих количество сидящих мест в этих же автобусах. То есть, в отличие от самолетов, получается, в автобусах можно сажать людей на все свободные места. При этом в автобус, когда пассажиры садятся, не требуется обязательное предъявление справок на коронавирус. Поэтому здесь вот логику мы не можем понять, почему вот такое ужесточение требований к перевозке авиапассажирам, пассажирам других видов транспорта, в данном случае автобусов, не требуется. Хотя и там обстановка как бы одинаковая. К тому же у нас также имеется информация, что у пассажиров, у людей возникают очень большие вопросы по стоимости этих тестов, потом по доступности их в достаточном количестве,
Здесь тут простая арифметика. Допустим, сейчас рейсы мы только открыли между двумя городами, Нур-Султан и Алматы, да, 5 рейсов в день. Но начиная с 4 мая добавляются еще 4 города Казахстана. Это аэропорты городов Кызылорда, Семей, Өскемен, Петропавловск. То есть количество рейсов в разы увеличивается. Но тут, если так грубо посчитать, в неделю будет 50 рейсов, а на среднее количество людей 80. И если это умножить на 7 дней, то в неделю требуется проведение 28 тысяч тестов. Я не знаю, с этим объемом справится наши коллеги из СЭС или нет, тоже большой вопрос. Поэтому мы считаем, что все меры должны быть проведены до посадки на воздушное судно, а в самолете не должно быть никаких ограничений по рассадке. Считаем необходимым придерживаться требований ВОЗ, а именно индивидуальные средства защиты у каждого пассажира и сотрудника авиакомпании, работающих с пассажирами. Термометрия на входе в терминал аэропорта, дезинфекция салона воздушного судна после каждого рейса, соблюдение социального дистанцирования во время регистрации и посадки в самолет, но не в салоне самолета. То есть мы все-таки считаем, что обязательно рассадка через одно кресло это неправильно и чересчур строгим. Спасибо, Ердаулет. Такая ситуация, да, что в автобусах, которые будут доставлять пассажиров от терминала до самого самолета, будет разрешается сажать пассажиров вместе и рядом, а при заходе в самолет, то есть у вас уже есть требования о том, что вы должны их рассадить через одного человека, да, все будет зависеть от самолета. У меня вопрос к Николаю. Николай, расскажите, какая ситуация у вас в авиакомпании? Идентичны ли те требования, которые сейчас рассказал Ердаулет, что происходит у них в авиакомпании? И тоже, если бы могли проинформировать, какая будет частота полета, сколько будет рейсов в день от вашей авиакомпании? Николай? Всем добрый день. В соответствии с постановлением главного санитарного врача и нашего полномочного органа, с 1 мая авиакомпания приступает к возобновлению регулярных рейсов по маршруту Алматы-Нур-Султан. Рейсы будут выполняться на воздушном судне Boeing 737, 148 кресел, с частотой один рейс в день. Так, как сказал предыдущий спикер, в соответствии с постановлением главного санитарного врача, рассадка в салоне будет осуществляться через одно пассажирское кресло. То есть фактически загрузка может составить не более 60% от емкости воздушного судна. И вызывает озабоченность, что пассажиры должны иметь справки COVID, но вызывает озабоченность их высокая стоимость справки. И в режиме чрезвычайного положения порядок, то есть как пассажир может получить справку, то есть у него должен быть допуск выйти из своих квартир, то до медицинских центров и так далее. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, отвечу. Да, ситуация со справками остается еще у нас открытой, потому что это требование санитарного врача. Будет ли авиакомпания проверять подлинность самой этой справки? Вот вам принесли справку, вам этого достаточно? Есть ли определенная какая-либо форма по справке? Она должна соответствовать чему-либо. То есть мне как пассажиру, где я могу ознакомиться с требованием именно конкретно к справке? Я думаю, на этот вопрос вам ответит аэропорт, потому что первый контроль пассажиры будет проходить при входе в аэропорт. То есть где будут представители санитарной инспекции, который будет уполномочен проверять подлинность данной справки и допускать пассажира к регистрации и к посадке на борт воздушного судна. Спасибо, Николай. Я так понимаю, что авиакомпания достаточно просто предъявить справку, но авиакомпания не будет проверять подлинность ее. Да? То есть, какая есть справка, такая есть. А Ердаулет, у вас такая же ситуация? Абсолютно, потому что это действительно прерогатива должна быть за СЭСом, потому что они же проверяют, они же выдают эти справки, и они же должны их проверять. Мы не уполномочены и некомпетентны проверять их подлинность. Спасибо, Ердаулет, Николай. Жанна,
Очень интересно, спасибо всем. Дело в том, что уже вчера массово пошла информация по всем этим вопросам. Мы решили их и объединить, и вопросы, которые требуют разъяснения, раскрыть. Спасибо большое. По справкам очень много вопросов задается. И тут Ердаулет Бекманович такой хороший расклад дал по поводу того, справятся ли лаборатории с таким наплывом желающих получить справки. Я бы хотела задать вопрос по ситуации в мире и по международному опыту представителю ИАТА Руслану Кайратовичу Сарину. Прокомментируйте, пожалуйста, те меры, которые сейчас предпринимаются в сравнении с мировым опытом. Добрый день, уважаемые организаторы, участники конференции. Да, наша организация является всемирной в этом году. ИАТА исполнилось 75 лет, и до кризиса наши авиакомпании-члены выполняли 85% всех международных и внутренних, именно регулярных перевозок. На сегодняшний день ситуация продолжает развиваться, и наши прогнозы таковы, что авиакомпании во втором квартале будут нести убытки в мировом масштабе порядка 82% от спроса, то есть будет снижено. С начала запрета рейсов и до момента окончания второго квартала порядка 4,5 миллионов авиарейсов будет отменено. И упущены, так скажем, расходы и неполученная прибыль авиационной отрасли составит где-то порядка 314 миллиардов долларов США, что является по сравнению с прошлым годом, это 50 больше половины всех доходов авиационной отрасли, это будет снижено. То есть на сегодняшний день в плане выполнения рейсов я хотел бы отметить, что практически все пассажирские рейсы, как международные, так и внутренние, остановлены по всему миру, за исключением некоторых стран, в которых продолжаются некоторые внутренние перевозки. Так, например, в Российской Федерации группа компаний «Аэрофлот» выполняет некоторые внутренние рейсы. И на основании интервью генерального директора господина Савельева, если до этого в нормальных условиях они практически около 800 рейсов в сутки выполняла группа компаний и легко могли перевести 110-120 тысяч пассажиров в день, то сейчас это всего лишь 3-5 тысяч пассажиров они могут перевести в день и только по внутренним рейсам. В плане возобновление рейсов. Я хотел бы отметить, что Казахстан здесь одним из первых начинает возобновлять рейсы. В Республике Казахстан это с 1 мая начинаются рейсы между Нур-Султаном и Алматы. В то время как, допустим, к примеру, в Турецкой Республике есть планы возобновить некоторые внутренние рейсы только с середины мая. По международным рейсам ситуация также очень, так скажем, практически никаких рейсов международных пассажирских не выполняется. Были заявления о том, что Новая Зеландия собирается выполнять рейсы в Австралию. То есть это пример первых рейсов именно международных. И на сегодняшний день наша ассоциация очень обеспокоена заявлением правительства Аргентины, которое всю коммерческую авиацию остановило до 1 сентября. То есть наши коллеги продолжают работать с государствами, с транспортными министерствами всех стран по всему миру. И мы обозначаем, что авиация именно и авиакомпании, вся авиационная отрасль несет огромные сейчас убытки. И, в общем, ситуация такая. Спасибо. Спасибо большое, Руслан Кайратович.
Ваше выступление еще несколько вопросов сподвигло, но мы их зададим чуть позже, потому что уже начались вопросы от зрителей, и они где-то созвучны с теми вопросами, которые мы хотим задать. Ирлан, вы продолжите, пожалуйста. Да. Спасибо, Жанна. У меня такой вопрос к Ердоулету и Николаю. Есть ли какой-либо алгоритм, механизм действий для пассажира, чтобы вернуть свои билеты? Как, куда им обращаться и как действовать? Расскажите, пожалуйста. Николай. Спасибо. Это вопрос очень интересный. На сегодняшний день в авиакомпании открыт почтовый ящик, называется «Возврат собачка.кз». Информация доведена до всех пассажиров. Есть форма обращений, то есть в произвольной форме пассажиры по билетам оставляют свои обращения в авиакомпании. Все обращения регистрируются, они носят индивидуальные номера. На сегодняшний день поступило порядка 24 тысяч обращений. Работники авиакомпании отрабатывают, связываются с пассажирами. На сегодняшний день следующий механизм действий. То есть пассажирам первое предлагают перебронировать билеты на более поздние сроки, без доплат, без всяких штрафов, без ничего. Второе, на те же рейсы, на которые... На те же рейсы, на которые были у них приобретены билеты. Второй вариант, пассажиров предоставляется так называемая форма ваучеров, по которым он может использовать средства, затраченные на перелет, на другие направления, ну, то есть более поздние сроки. И тем пассажирам, которым понадобится возврат после возобновления деятельности авиакомпании, ну, будут производиться возвраты билетов. Спасибо. Еще минуточку. Спасибо, Николай. Минуточку, да. Еще хотел обратить внимание на тот момент, что до введения чрезвычайного положения, вот на этот весь период, более половины всех билетов и всех обращений являлись невозвратными. Так как они попали в период раннего бронирования, то есть пассажиры выкупали акционные и дешевые тарифы, которые не подлежали возврату. Но хотелось бы отметить, что авиакомпания понимает свою социальную ответственность и в соответствии с постановлением президента будет, как бы, эти суммы будут учтены для перебронирования и возврата. Спасибо. Спасибо, Николай. Ердоулет. По возвратам Air Astana также в настоящее время полностью выполняет все свои обязательства перед пассажирами. После того, как был объявлен чрезвычайное положение, вот как до этого Николай сказал, мы также возвращаем даже те билеты, которые были приобретены на условиях, были безвозвратными. Также есть билеты, которые при перебронировании подлежали к доплате. Мы даже такие билеты перебронировали на более поздние сроки без оплаты любых дополнительных денег. Поэтому сейчас все возвраты Air Astana делает также через свой веб-сайт. Пошагово там очень просто пройтись и зарегистрироваться и отправить свою заявку. Сотрудник авиакомпании, как только получит, обработает это в кратчайшие сроки, и пассажир получит свои деньги на свой указанный счет на нашем веб-сайте. На сегодняшний день Air Astana произвела более 33 тысяч авиабилетов, возврата по более 33 тысячам авиабилетов. Да, спасибо, Ердоулет, спасибо, Николай. Исходя из того, что вы сказали, я так понимаю, что пассажиру достаточно обратиться на ваш сайт. На вашем сайте распределен весь алгоритм действий, как подавать заявку, куда обращаться. И, в принципе, даже те билеты, которые подходили под акционы, вы делаете полный возврат этих билетов. Совершенно правильно. Да, спасибо. Жанна? Да, я тоже хотела добавить, сама как покупатель невозвратного билета пришлось в начале чрезвычайного положения столкнуться с тем, что потребовалось или поменять, или сдать. Мы прекрасно поменяли билеты на
осень, надеюсь, все будет хорошо. Хочу отметить работу ваших сотрудников. Абсолютно мы все были в одинаковой ситуации. Никакого противостояния, понимания. Здесь хочу похвалить ваших компаний. И я бы хотела также задать уточняющий вопрос по поводу продажи билетов на сайтах уже в международном направлении. Люди уже удивляются, что это за билеты. Поясните, пожалуйста, Ердоулет Бегманович. Но сейчас, в настоящее время, все международные регулярные пассажирские рейсы приостановлены. Мы выполняем только некоторые рейсы по заказу правительства или отдельных частных компаний. Поэтому, наверное, речь идет о рейсе, который мы планируем 11 мая во Франкфурт. Здесь это разовый рейс. Мы из Казахстана вывозим иностранных граждан, обратно привозим наших граждан из других стран. А, понятно. И стоимость, это для удобства граждан, чтобы они самостоятельно покупали билеты с сайта. Да-да. Спасибо большое. И можно тогда сразу вам задать вопрос о среднем тарифе на билеты? Поменялась как-то у вас тарифная политика? Можно тоже, Ердоулет Бегманович, сначала вам, потом уже Николаю Анатольевичу. Эйр Астана. Через режима чрезвычайного положения. Мало того, мы даже, несмотря на то, что произошли 17% девальвации национальной валюты, также вот учитывая, что ограничения нам ввели по рассадке, мы все равно оставили наши прежние тарифы без изменений. К тому же я хотел бы сказать, что некоторые виды тарифов, высокие тарифы, которые у нас имеются, тарифные сетки, мы их решили до 10 мая, учитывая ситуацию с карантином, учитывая то, что население Казахстана, а именно больше всего жителей двух городов находились дома, более многих даже не было возможности где-то подрабатывать, поэтому мы решили тарифы, которые сейчас предлагаем, оставить до 10 мая. Но здесь я пользуюсь случаем, хотел бы еще раз сказать, что нам, авиакомпаниям, я думаю, что мой коллега Николай также согласится, с такими ограничениями по рассадке пассажиров, допустим, мы некоторые рейсы планируем выполнять на воздушном судне Airbus E2, там по два кресла с каждой стороны. Если по одному креслу будем закрывать, то максимум мы можем продавать 50% загрузки. И это при том, что мы не можем сейчас, не продаем сами сознательно, правильно, не продаем дорогие билеты. То есть в таких условиях, если СЭС не пересмотрит свое требование по рассадке на борту, то через какое-то определенное время мы вынуждены будем повышать тарифы. К сожалению, это так, но мы надеемся, что здравый смысл все-таки восторжествует, и наши коллеги СЭС отменят это требование. Спасибо большое, Ердоулет Бегманович. Николай Анатольевич. Спасибо. На сегодняшний день, учитывая то, что в стране более полутора месяцев страна находится в карантине, и действительно, где нет дополнительных источников дохода, несмотря на то, что авиакомпания несет большие затраты, большие расходы и по поддержанию техники, и по поддержанию персонала, в авиакомпании принято решение сохранить тарифную сетку на том уровне, который было до пандемии. К примеру, на линии Алматы-Нур-Султан сейчас у нас тарифы варьируются от 15 до 35 тысяч тенге. Ну, чтобы не повторять, предыдущий спикер практически много всего рассказал, действительно, о сложном состоянии, то есть, чтобы не повторяться.
Если будет вопрос, отвечу. Спасибо. Спасибо большое. Ерлан, вы хотели задать вопрос? Да, спасибо, Жанна. У меня такой вопрос, ну, больше не вопрос, а, наверное, поделиться своим мнением. В среднем, если вы говорите, вы сохраняете минимальные тарифы на авиабилеты, ну, я так, насколько знаю, это от, наверное, 20 тысяч и доходит до 40 тысяч средний тариф на направление Алматы на Нур-Султан. И сама стоимость справки меня тоже чуть удивляет, она составляет порядка 20 тысяч тенге. То есть стоимость справки – это и есть стоимость перелета. И как бы хотелось бы сказать участникам нашей конференции, чтобы они не удивлялись, поэтому это не требование авиакомпании, это требование действующей ситуации, о том, что нужно предоставить эту справку. Но, к сожалению, эта справка будет действовать только 7 дней, и по истечению завершения этой справки 7 дней вам придется еще получить дополнительную справку. В связи с этим у меня такой вопрос к Ердаулету и Николаю. Я вылетаю, допустим, как пассажир на 7-й день, и справка у меня есть. И знаете, сейчас такая ситуация, вот к нам пришла такая ранняя весна в Нур-Султан, и у нас погода достаточно такая устойчивая стала, и происходит цветение. И у многих людей у нас как бы появляется аллергия на цветение, и вообще в целом как бы начинают чихать, раздражение в глазах. Вот если я полечу на 7-й день, и у меня будет справка о том, что я прошел тесты, и как бы тесты отрицательные, со мной все нормально, но при этом у меня есть аллергические симптомы. Кашель, либо насморк, либо красные глаза. Как в этом случае будет поступать авиакомпания? Ердаулет? Знаете, я думаю, что это вопрос больше всего надо было адресовать СЭС, потому что это их прерогатива проверять пассажиров. Мы это со своей стороны, если у пассажира будут вот такие дополнительные симптомы, будем обращать на это, наверное, внимание работников СЭС, которые вот постоянно будут находиться в аэропорту. И в первую очередь надо сказать, что любой пассажир, приехавший в аэропорт, он, прежде чем войти в здание терминала аэропорта, он должен показать, он должен пройти термометрию, то есть измерить свою температуру. Это будут делать сотрудники СЭС, а не авиакомпании. И в этом, там же, скорее всего, будут приниматься решения. Но, опять же, я не могу за СЭС отвечать, это мы можем или не можем. Я думаю, что последнее слово будет за ними в этом, таких случаях. Да, спасибо, Ердаулет. Я понимаю, что по авиакомпании Air Astana решение будет принимать то есть карантинная служба. Если я с этой справкой, у меня карантинная служба, ко мне никаких вопросов нет, я могу спокойно, значит, на вашем рейсе полететь. Да. Спасибо, Ердаулет. Ну, у нас, в принципе, аналогичная ситуация, потом за действие справки авиакомпания ответственности не несет, так как она эту справку не выдает и не контролирует. Она должна быть в наличии. То есть пассажир, когда заходит на борт воздушного судна, у него должна быть маска, перчатки, наличие справки. И я хотел бы еще подсказать, что желательно, чтобы нежелательно, у пассажира должна быть авторучка, так как в процессе полета ему необходимо будет заполнить анкеты, которые после полета будут предоставляться органам СЭС. На это тоже желательно обратить внимание, чтобы у пассажиров это все было с собой. Спасибо, Николай. Жанна? Я хотела добавить про вашу проблему аллергии. Будем надеяться, что СЭС не потребует дополнительную справку от аллерголога. И по поводу анкет, у меня тоже вопрос, но я понимаю, что это тоже не к вам, а может быть все-таки к СЭС, а может быть все-таки и к вам, и к службам аэропорта. Зачем отдельные анкеты, когда данные о пассажирах есть в определенных базах? Но перейду к тому вопросу, который тоже нас очень интересует. Это вы сказали вкратце, можно поподробнее о социальных мерах поддержки своих сотрудников. Вы социально ответственный бизнес, и что вы делаете в этот сложный для всех период? Можно сначала Ердаулет Бегманович. Хорошо, очень спасибо большое за очень хороший вопрос.
Действительно, Air Astana очень заботится о своих сотрудниках. Мы делаем, чтобы каждый сотрудник в это такое тяжелое время там чувствовал себя комфортно, уютно, незаброшенным. Надо сказать, что в Air Astana работает около 5600 человек. Ни одного сотрудника мы не увольняли. Но учитывая нынешнюю ситуацию, когда все самолеты стоят на земле, естественно, объем работы в разы упало, поэтому авиакомпания вынуждена была отправить все в отпуск. Но я еще раз хочу повторить, что ни один сотрудник не был уволен. Все сохранили свою работу, и после завершения карантина все вернутся на свои рабочие места. Надо сказать, что авиаиндустрия – это высокотехнологичная отрасль, требуется на подготовку особенно инженеров, механиков, летчиков. Требуется очень большое время и большие вложения, поэтому в такое тяжелое время разбрасывать своими сотрудниками, которых мы годами выращивали, нам нет никакого смысла. И поэтому мы очень заботимся, сохраняем и будем дальше сохранять все рабочие места. Спасибо большое. Николай Анатольевич. В нашей авиакомпании работает более 2000 сотрудников. Действительно, сотрудники авиакомпании – это очень высококлассные, высокообразованные специалисты, так как авиация – высокотехнологичная область. На специалиста летного состава, инженерного состава требуются годы на его подготовку. На сегодняшний день авиакомпания не уволила и не планирует увольнять сотрудников авиакомпании. Сейчас около 90% сотрудников у нас находится в отпусках. Остальная часть сотрудников поддерживает производственные процессы и работает с пассажирами. Спасибо. Спасибо большое. Ерлан, пожалуйста. Спасибо, Жанна. Я бы хотел бы спросить у Даулета, чего ждать пассажирам при прибытии в аэропорт? Какие меры контроля будут применяться аэропортом? Даулет? Ну, давайте мы тогда отложим этот вопрос. Ввиду технических, наверное, каких-то подсоединений, я бы тогда хотел бы обратиться к Руслану. Руслан, расскажите, пожалуйста, какая сейчас текущая ситуация в мире? Как реагируют авиакомпании на COVID-19 и как они переориентируются? Руслан? Да, спасибо, Ирлан. На сегодняшний момент ситуация по рейсам, как я уже сказал, практически все пассажирские рейсы остановлены, но тем не менее продолжают выполняться рейсы, перевозящие авиагрузы. У меня есть текущая статистика Евроконтроля, это организация по аэронавигационному обслуживанию, которая обслуживает порядка 41 страны европейского региона. Ну и часть еще других стран, которые туда входят. По их статистике за прошлую неделю было выполнено 3700 рейсов. Когда нормально в этот период, в день должно было быть в среднем 187 тысяч рейсов. То есть 90% рейсов не выполняется. Выполняются некоторые рейсы, это грузовые. И они привели такую статистику, что с 1 марта по 26 апреля было отменено порядка 1 миллион 51 тысяча рейсов. То есть за это время такое количество рейсов не выполнилось. На сегодняшний день, по их статистике, самый занятой аэропорт в европейском регионе – это Франкфурт, порядка 230 взлет-посадок. И грузовые авиакомпании, которые больше всего летают, это DHL Express, Turkish Airlines Cargo и ряд других. То есть сейчас авиакомпании продолжают выполнять грузовые перевозки, и можно сказать, что спрос на
грузовые авиаперевозки, он высокий. Если сравнивать его с прошлым годом, он снизился на 15%, но при этом все равно продолжает быть высоким, так как есть часть критических грузов, которые необходимы. Это мы подразделяем их, это три вида, это как средства индивидуальной защиты, это медицинское оборудование, это медикаменты. То есть и очень важно, чтобы эти грузы вовремя доставлялись в те дестинации, где они больше всего нужны. На сегодняшний день, также, опять же говоря, общая статистика была такова, что только 45% грузов перевозились воздушными судами чисто грузовыми. То есть all freighter aircraft были только 45% грузов перевезены. Оставшиеся 55% перевозили пассажирские суда, которые, перевозя пассажиров, имели грузовые емкости и частично грузы с собой перевозили. На сегодняшний день этих емкостей, которые так называемых belly cargo, уже нету. И авиакомпании стараются сейчас решать этот вопрос, переоборудуя свои пассажирские суда под перевозку грузов. Каким образом это делается? Это делается двумя способами. Либо грузы перевозятся на пассажирских сиденьях под сиденьями и на полках для ручной клади. То есть обязательные требования, чтобы все эти грузовые места, то есть коробки с грузами, были надежно закреплены во время рейса от тех сил, которые на них влияют. И также некоторые авиакомпании делают переоборудование, то есть убирают пассажирские кресла из пассажирского салона, и это освободившееся пространство в нем перевозят грузы. Вот. И в это время очень важно, но так же, как и всегда, очень важна безопасность полетов. Те моменты, которые мы отмечаем в таких нестандартных, так скажем, условиях грузовых операций, очень важно соблюдать требования безопасности полетов, которые при этом возникают. То есть это закрепление грузов должно обязательно производиться. Это должны приводиться очень, ну, для специалистов эти знакомые термины, как центровка воздушного судна. Очень важно соблюдать меры предосторожности при погрузке, так как пассажирские суда на основной палубе, то есть в пассажирском салоне, не имеют грузовых дверей, и грузы только отдельными коробками туда можно поднимать. И также очень важен момент перевозки именно опасных грузов, так называемых грузов, которые подразделяются, можно категоризировать как опасные грузы. В связи с тем, с чем это связано, с тем, что салоны, пассажирские салоны, не оборудованы системами обнаружения задымления и тушения огня, да, так как это делается именно в грузовых салонах. В грузовых есть все эти датчики, все это производится, все это делается. И очень важно также понимать, что перевозится, допустим, медицинское оборудование, которое имеет в своем содержании литиевые батареи. Это также является сейчас критичным опасным грузом. И также перевозится два вида инфекционных веществ. Это пробы, тесты именно на коронавирусную инфекцию. В тех случаях, когда в какой-либо дестинации нет возможности сделать анализ. Это инфекционные вещества категории B. И также в те места, где есть лаборатории, которые занимаются изучением и пытаются найти вакцину против инфекции, к ним перевозятся также инфекционные вещества, которые подпадают под категорию А, это культуры этого вируса в сконцентрированном составе. Все есть необходимые упаковки для этого, которые полностью держат это в безопасном состоянии. И мы призываем к тому, что при перевозке таких грузов это ни в коем случае не должно перевозиться в тех салонах, которые до этого были пассажирскими, то есть только в грузовых отсеках. И с соблюдением всех мер, которые описаны в правилах ИКАО по перевозке опасных грузов.
В принципе, в плане грузов такая идет тенденция, и мы считаем также, что, ну, я немного, наверное, забегу вперед, то, что по прогнозам мы думаем, что когда будет найдена вакцина против коронавирусной инфекции, также будет очень большие поставки именно этой вакцины. То есть это очередная вид грузов, которые мы считаем, что будут перевозиться. С моей стороны все. Если есть будут вопросы, я постараюсь на них ответить. Спасибо. Да, спасибо, Руслан. Скажите, вот вопрос безопасности. Когда возится, переоборудуется пассажирский авиатранспорт, грузовой, это понятно, то он переходит уже в раздел грузового. А когда идет совмещенный рейс, планируется перевести и пассажиры, и груз. В этом случае какие условия выставляются, какие рекомендации есть к авиакомпании о том, чтобы они информировали об этом пассажирам, что разрешено, что запрещено возить с собой в ручной клади и также в багажном отделении, то есть что я не могу перевести с собой как груз? Не могли бы прокомментировать? Спасибо, Ирлан. Я, наверное, разделю этот вопрос, да. Дело в том, что правила перевозки опасных грузов, это есть технические инструкции ИКАО, и также есть правила перевозки опасных грузов, которые разрабатывает наша ассоциация. В них количество, вид тех веществ и изделий, которые подпадают под категорию опасных грузов, они указаны как для пассажиров, то есть что пассажир может перевести в ручной клади, там четко регламентировано, что он может перевести в качестве зарегистрированного багажа. То есть авиакомпании все эти правила соблюдают, и мы рекомендуем, чтобы еще больше на это уделялось внимание. Это первый момент. И второй момент, который вы говорили именно, я подразумеваю так, что перевозка комбинированная, это означает, на сегодняшний момент пока нету таких перевозок, то есть это использовалось раньше, в прошлом столетии. В 80-х, 90-х годах, когда авиакомпании, у них были так называемые комбинированные перевозки, когда в пассажирском салоне передняя часть обычно это были кресла с пассажирами, а в задней части салона она отгораждалась перегородкой, там перевозились грузы, то есть так называемые комби-перевозки. Сейчас таких нету, но мы подразумеваем, что скорее всего авиакомпании многие будут думать над этим вопросом, когда будет восстанавливаться перевозка. То есть не исключены такие моменты, когда авиакомпании будут в салоне возить и пассажиров, и грузы. И поэтому мы говорим, что если перевозятся грузы какие-то вместе с пассажирами в пассажирском салоне, должны четко соблюдаться требования правил перевозки, что ни одно изделие, либо вещество, которое подпадает под категорию ООН, опасный груз, не должно быть в пассажирском салоне. За этим очень четко нужно следить. Спасибо. Да. Спасибо, Руслан. Я бы хотел обратиться к Ердаулету и Николаю. Вот в режиме COVID-19 вы также переформатировались, вы тоже возили грузовые перевозки, вы тоже снимали кресло, ориентировались именно на груз. Скажите, пожалуйста, Николай. На сегодняшний день флот авиакомпании имеет разный парк. У нас парк самолетов стоит от 50 кресел до 300 кресел. Мы освободили воздушные суда, это Boeing 767 и два Boeing 757 для перевозки грузов. В настоящее время они осуществляют так называемые грузовые перевозки по перевозке масок, медицинского оборудования, то есть по запросу клиентов. Да, то, что Руслан озвучил, по смешанным перевозкам, да, это было в прошлом столетии, в 90-х годах, на сегодняшний день парк не позволяет осуществлять смешанные перевозки. То есть грузы как перевозились в багажных отсеках, я думаю, в дальнейшем и также будет перевозиться. Можно перевозить либо грузы, либо пассажиров. Спасибо. Спасибо, Николай. Ердулет, а как у вас? Мы тоже один борт освободили под грузовые перевозки.
Предварительно получили разрешение от EASA, это Европейское агентство по авиационной безопасности, и от Комитета гражданской авиации на перевозку товаров медицинского назначения. То есть это, опять же, перчатки, там, маски, может быть, какие-то медицинские халаты. Они очень легкие, но объемные. Поэтому мы, когда это Руслан сказал, кресла в салоне самолета оставили на своих местах, мы их не трогаем. Другое дело, мы их закрываем специальной пленкой, чтобы внутренний интерьер этим грузом мы где-то там не испортили. А также груз потом фиксируем специальной сеткой, чтобы во время взлета, посадки, а также полета, то, а также эти грузы там они не болтались, что-либо там внутри салона не повредили. Поэтому в настоящее время мы также занимаемся перевозками грузов. Пока один самолет переоборудован, дальше время покажет, если рынок авиаперевозок быстро восстановится, может быть, мы дальше особо не будем возить грузы с пассажирскими бортами, потому что это как-то не совсем правильно. Но если рынок не восстановится, может быть, мы изучим возможность, чтобы, может быть, на какое-то непродолжительное время дальше будем возить грузы. Да, спасибо. У меня такой вопрос. Вот впереди туристический сезон, и открывается, ну, люди многие планировали свои отпуска. Когда вы планируете авиакомпания открыть чартерные рейсы в наши достаточно такие активные страны, где у нас большой поток туристов? Ну, наверное, Николай Анатольевич ответит сначала. Ну, ты спрашиваешь, кому отвечать? Вопрос интересный, то есть, ну, как вы знаете, на сегодняшний день все страны закрыли свое воздушное пространство, то есть для выполнения международных полетов, то после открытия этих стран будут рассматриваться вопросы по выполнению международных, в том числе чартерных полетов. Конкретных сроков я назвать не могу, потому что, ну, это не зависит от нашей компании. Мы не знаем, когда откроется Турция, когда откроется Египет. Ну, к примеру, эти страны. Спасибо. Можно я добавлю? Как раз очень много вопросов идет по данной теме. Спрашивают и прогноз начала международных рейсов. Вот сейчас Ерлан продублировал вопрос. И в том числе там есть такой вопрос. Справки на международные рейсы нужны будут после снятия карантина? Как вы думаете, Ердаулет Бегманович? Ну, опять же, я хочу сказать, по справкам, скорее всего, в первую очередь надо спросить СЭС. Мы-то, наоборот, сейчас добиваемся, чтобы эти справки, в общем, отменили. Потому что все любые дополнительные какие-то преграды мешают свободному передвижению населения. Поэтому мы надеемся, что это требование будет действительно. Но сейчас, на данный момент, я честно скажу, я не знаю, даже на международных рейсах СЭС будет требовать наличие такой справки или нет. Нам, авиакомпаниям, особо не важно. Нам главное, чтобы на период карантина, чтобы все пассажиры, чтобы соблюдали дистанцию во время регистрации, во время посадки, чтобы они сами следили за санитарной безопасностью, носили свои какие-то там антисептические средства. Что касается справки, мы наоборот хотим, чтобы эти справки как можно быстрее отменили. Спасибо большое. Как раз я и поясню зрителям, что некоторые вопросы не относятся. Пожалуйста. В принципе, да, действительно, этот вопрос относится к категории санэпидемстанции. Я бы не был настолько категоричен по отмене данных справок. Просто я вижу, что необходимо внести этот вопрос, решить немножко по-другому. В аэропортах должны быть оборудованы кабинеты по экспресс-тестам на коронавирус. Да, действительно, пассажиры должны
проходить, они должны быть, ну, рядом другой пассажир должен быть убежден, что его как бы сосед по креслам не болен коронавирусом. То есть это все должно быть, но это не должно носить дополнительных затрат для пассажиров и не должно вызывать неудобства пассажира. То есть пассажиры должны все-таки проходить тесты именно в аэропорту, которые должны в течение часа должен быть результат. Спасибо. Спасибо большое, Николай Анатольевич. Очень хорошее пояснение. Я тоже хочу сказать, что согласно с Ердоулетом Бигмановичем и с вами, что соблюдать карантинные меры – это обязательно. И наше население в этот период показало свою законопослушность, и все эти меры будут соблюдать. Главное, чтобы они были логичны и четко выверены. И вот еще такой у меня вопрос поступил. Я не знаю, я все-таки его зачитаю. Законна ли продажа так называемых невозвратных билетов? Кто может ответить на этот вопрос о законности? Может быть, это Руслан Кайратович нам ответит, представитель ИАТА? Жан, спасибо, интересный вопрос. Я, наверное, в общих чертах на него отвечу, что существует у авиакомпании коммерческая политика. По коммерческой политике авиакомпания, у нее есть определенные продукты для определенных рынков. И таким образом есть отдельные государства, которые такую практику либо запрещают, либо позволяют. Наверное, таким образом я смогу ответить на нее. Если коллеги с авиакомпании что-то смогут добавить, я... Николай Анатольевич, что-то добавить хотите по поводу законности продажи невозвратных билетов? У нас это есть в законе, что можно продавать, должны быть невозвратные тарифы. Я хотел бы отметить, что невозвратные тарифы, они направлены для социальной группы населения с невысокими доходами. То есть эти билеты продаются на глубину продажи, их себестоимость билета гораздо ниже, как, ну, ниже стоимости перевозки, поэтому не являются невозвратными. То есть авиакомпания несет риск и предлагает риск разделить с пассажиром. То есть он должен быть уверен в своей перевозке, то есть, и осуществлять перелеты. То есть пассажир сам делает свой выбор: приобрести ему невозвратный билет по там, бросовой цене, либо купить билеты, которые подлежат перебронированию и возврату. Спасибо. Спасибо вам большое. Ерлан. Да, Жанна. Ну, в общем-то, у меня еще приходят вопросы, я бы их в конце задала. Если можно, меня очень интересует, так же, как и широкую общественность, вопрос по мерам господдержки. Вы одна из первых отраслей экономики, которые написали обращение на имя президента и правительства. Была ли уже какая-то реакция? И в чем заключаются меры господдержки сейчас? Мне кажется, Ерлан, вы могли бы сейчас на этот вопрос сами ответить. Да, спасибо, Жанна. В первую очередь хотел бы отметить то, что практически с 15 марта по сегодняшний день деятельности как авиапредприятий, так и аэропортов практически нулевая. Были единичные случаи, это по грузовым перевозкам, а то, что касается большой сегмент, это сегмент пассажирских перевозок, она вообще не осуществлялась, и все об этом знают. Это касается как авиаотрасли, так и пассажирских автомобильных перевозок, так и железнодорожного транспорта. Союз транспортников Казахстана ежедневно мониторит текущую ситуацию во всех отраслях, собираем, сводим всю эту информацию, отрабатывается Национальная палата, это Минкен, и дальше уже вместе отрабатываем все вопросы, которые поступают нам с государственными органами. То, что касается тех мер, которые сейчас обсуждаются, я вам еще раз хочу сказать, что они находятся еще пока в проекте обсуждений. Мы максимально те меры, которые нам дали, как авиакомпания, так и аэропорты, мы их все учли, и сейчас проводим проработку их по включению в пакет мер, которые готовятся правительством. Эти меры касаются как и тарифов, так и касаются налогообложений. Спасибо. Спасибо большое. А
Наверное, этот же вопрос можно задать и Ерлану, извините, Руслану по поводу государственных мер поддержки авиационной отрасли. Да, Жанна, спасибо. Действительно, на сегодняшний момент наша ассоциация по всему миру обращается в правительства стран с просьбой произвести меры поддержки для авиационной отрасли. И мы, в принципе, просим следующие меры для господдержки. Первая мера – это либо прямые финансовые вливания в авиационные предприятия, в частности, в авиакомпании. А вторая мера – это предоставление займов, либо гарантий под эти займы. И третья мера – это освобождение от налоговых обязательств. И также очень важный вопрос, который мы обращались в правительства стран по всему миру, также и в правительство Республики Казахстан, о том, чтобы предоставить авиакомпаниям возможность делать возвраты авиабилетов именно ваучерами. На сегодняшний день ожидаем мер. Спасибо Ирланду, что поставили нас в известность, то, что и будут какие-то меры разрабатываться. Мы видим те меры, которые были применены постановлением правительства о том, чтобы освободить от налогов на фонд оплаты труда и имущественных налогов для авиапредприятий. Примерные оценки наши экономисты делают по всему миру. Единственное, я не знаю, когда будет доступна эта статистика. Когда будет, я обязательно постараюсь поделиться. Спасибо. Спасибо большое. Вот, кстати, Руслан, к вам поступил вопрос. Можно я его зачитаю от зрителей? На каком официальном интернет-ресурсе возможно отслеживать объективную информацию об открытии стран для принятия и отправки международного воздушного сообщения? На нашем официальном сайте есть информация. На сегодняшний момент это адрес www.iata.org. Вкладка есть по COVID-19. Сейчас мы работаем над тем, чтобы там информация по странам отображалась, но на сегодняшний момент, я думаю, не сможете пока найти информацию, где актуально, где есть какие рейсы, то есть выборочно только нужно будет смотреть. Спасибо большое. Ерлан, можно вам задать вопрос? Вы как аккумулируете информацию, статистические данные по разным отраслям транспорта? Об убытках авиационной отрасли прокомментируйте, пожалуйста. Ну, если брать этот период, по сегодняшний день убытки авиационной отрасли составляют порядка 300 миллиардов тенге. И с каждым днем она все время прогрессирует и прогрессирует, потому что, как вы знаете, это и содержание персонала. Вот сейчас и Николай, и Ердолес сказали о том, что они достаточно поддерживают на достаточно высоком уровне поддерживают и кадры, и свой персонал. Это постоянное переобучение. И если взять даже тот же запуск возобновления рейсов с Алматы в Нур-Султан, и далее уже с 4 мая прогнозируется опять дополнительное расширение этих рейсов, то опять это же переобучение, это отправление на дополнительные курсы. Это, все это вытекает и исходит финансовые средства. Как мы прочитали в Союзе транспортников Казахстана, только за этот период авиакомпания и отрасль вообще авиационная потеряла около 300 миллиардов тенге. Спасибо, Жан. Спасибо вам за такой развернутый ответ. Вы знаете, вот эта чрезвычайная ситуация, конечно, у всех выявила и сильные, и слабые стороны работы. И этот вопрос сейчас, какие сильные стороны, какие вещи требуют изменений и модернизации, я бы хотела задать всем. И авиакомпаниям, и вам, Ерлан, потому что вы тоже видите
что нужно улучшать. Можно я начну этот вопрос? Ответ на этот вопрос буду ждать от Ердаулета Бекмановича. Спасибо, Жанна. Действительно, этот период показал все наши сильные стороны, в то же время и слабые стороны. Мы с другого ракурса посмотрели на ситуацию в авиакомпании и в целом в отрасли. Что касается сильной стороны в компании, то, на мой взгляд, это может быть оперативная деятельность текущей ситуации, командный дух, поддержка всех сотрудников компании в решениях руководства. До этого, как я говорил, мы вынуждены были всех отправить в отпуск, у каждого были свои планы. Когда брать, где отдыхать, там и так далее, да, там все эти планы разрушены, но несмотря на это, они полностью, мы чувствуем поддержку всех сотрудников компании, не было ни одного замечания по этому вопросу. Я также хотел бы отметить высокий уровень цифровизации компании, от организации работы персонала до обслуживания пассажиров. У нас в настоящее время бумажное дело производства сведено почти к нулю, все в цифровом виде. Это очень удобно, это ускоряет процесс и так далее, и так далее. Отсюда со всеми вытекающими положительными моментами. Я также хотел бы сказать, качество сильной стороны компании, это надежная репутация компании среди своих партнеров. Это лизингодатели, банков, поставщиков, сложившиеся годами. В качестве слабой стороны, ну, не знаю даже, может быть, высокая зависимость от внешних факторов и решений правительства, потому что многие решения правительства в настоящее время и внешние какие-то факторы, мы на них абсолютно никак не можем повлиять. Многие вопросы решаются не в нашу пользу, и в этой ситуации мы остаемся в качестве наблюдателей. Тогда, может быть, также можно отметить, не знаю, высокую волатильность финансового рынка. Мы, основная продажа всех перевозчиков Казахстана, это мы производим в тенге, в национальной валюте, и поэтому этот вопрос для нас очень чувствительный. Ну, вроде все, я не знаю даже, что можно. Может быть, у других коллег есть что сказать? Конечно, этот вопрос я также адресую Николаю Анатольевичу. Какие сильные и слабые стороны вы отметили в своей деятельности и что хотите улучшать? Сильная сторона авиакомпании. Авиакомпания имеет флот в собственности. Поэтому авиакомпания не зависит от лизинговых платежей, скажем так, то есть у ней снижено бремя импортных расходов. Авиакомпании очень высокий сплоченный коллектив, то есть все работают на одну цель, то есть нет негативных последствий. То есть авиакомпания была действительно разветвленная сеть маршрутов, как внутри Казахстана, международных рейсов, так и чартерных туристических рейсов. Ну, к слабым сторонам можно отнести, что ну, действительно подвержены данным тенденциям. Ну, к примеру, этот кризис показал, что туристическая отрасль сейчас тоже находится в очень сложном, крайне сложном положении. Соответственно, туристические перевозки, то есть мы не видим границ, когда они возобновятся. То есть в каком месяце, возможно, будут туристические рейсы. К слабым можно отнести, что мы зависим от спроса, от потока, от решений, ну и волатильность валюты, то есть потому что запчасти все-таки закупаются в валюте, также техническое обслуживание производится в зарубежных технических центрах, переобучение экипажей то же самое в зарубежных центрах, это все валютное отчисление. Спасибо. Спасибо большое, Николай Анатольевич. Ерлан, у меня к вам такой же вопрос, сильные и слабые стороны работы, может быть, отрасли, и по аэропортам.
Будет ли произведена какая-то модернизация инфраструктуры аэропортов? Будут ли введены новые правила оформления грузов и пассажиров? Ерлан, пожалуйста. Спасибо, Жанна. Но то, что касается сильных и слабых сторон, я бы просто ответил чуть по-другому. Я бы не сказал, что слабые стороны, я просто сказал бы, что это те моменты, над которыми нам надо поработать, над которыми более сильнее сакцентироваться. Конечно, необходимо авиакомпания внедрять элементы цифровизации, потому что сейчас мы видим, что от индустриализации мы все переходим именно к цифровизации. И за цифровизацией, наверное, мы должны стремиться идти вперед, потому что весь сервис оказания услуг сейчас уже в мире и в европейских странах, она переходит под цифровизацию. Вплоть до определения места кресла, где он будет сидеть, до прибытия его в гостиницу и оказания всех сервисных услуг по пути его следования на маршруте. Это тот момент, над которым, наверное, нужно стоить и надо работать, но это делаем все вместе и поэтапно. Конечно, сейчас было озвучено много того, что сейчас уже сказал и Ердаулет, и Николай, я с этим совершенно согласен, нужно над этим работать и делать. То, что касательно аэропортов, по правилам перевоза грузов, по нормативным правовым документам, работа в настоящее время ведется, она ведется как в реализацию принятых законов, недавних поправок в транспортное законодательство и вытекающих из него законов, это как гражданская авиация и нормативных правовых документов. Хотел бы тоже нашим слушателям довести такую информацию, что аэропорт будет применять также меры контроля с 1 мая, буквально завтра. Мы получили официальную информацию от Даулета, по техническим причинам он не смог нам сегодня присоединиться. Не будут допускаться при сопровождении вылетающего, в аэропорт не будут допускаться сопровождающие лица. То есть тот, кто вылетает, он будет заходить один, и вы должны быть к этому готовы. Также будут организованы парковки, то есть пассажир высаживается, идет. Если же у него тяжелая сумка, у него тяжелый багаж, то силами аэропорта вы можете обратиться, они будут помогать доставлять эти грузы, будет это все рассматриваться, будет рассматриваться адресно. Также в аэропорта будут установлены соответствующие меры контроля. При входе в аэропорт пассажир должен будет уже предъявить эту справку. Мы задавали этот вопрос, необходимо ли предъявить эту справку также в авиакомпании, но вы уже слышали, что наземные службы, которые будут производить организацию посадок на пассажиров в самолет, они также будут просить эту справку. Саму подлинную справку будут проверять карантинные службы. То есть в аэропорту, когда вы будете заходить, ни сотрудник, ни авиакомпании, ни сотрудник аэропорта, он не может вам сказать, что эта справка недействительна, что эта справка не подлинна, что она не соответствует тем требованиям, которые установлены. Такой компетенции ни у аэропорта, ни у авиакомпании нет. Это будут все делать карантинные службы, которые будут находиться там. То, что касается досмотра и требования соблюдения дистанции, то аэропортовые службы, соответственно, будут принимать меры, то есть защитные меры, у них будут соответствующие костюмы, которые будут им позволять осуществлять досмотр, то есть внесены соответствующие поправки в эти рекомендации. То есть сотрудник аэропорта может приближаться более чем на 2 метра к пассажиру для проведения соответствующих мер контроля. Жанна? Жанна, добрый день. Так, секунду. Ерлан, уважаемые спикеры, я дозвонилась до Даулета Хамзина. Дело в том, что по техническим причинам не получилось подключиться. Он один из наших спикеров. И если можно, если будет слышно, мы зададим вопрос здесь в эфире. Здравствуйте, Даулет. Здравствуйте, Жанна. Да, я прошу прощения за технические неполадки. К сожалению, никак не получается подключиться. Скажите, пожалуйста, Ерлан, слышно Даулета? Да, его отлично слышно. Я думаю, можно будет перейти к вопросам, задать ему уже вопросы. Мы его отлично слышим в эфире. Я отключу наушники, чтобы Даулет слышал. Даулет, или вы и так слышите нас? И вот сейчас слышно. Вы, Ерлан, сейчас тоже слышали? Нет. Хорошо. А,
Даулет, у нас много вопросов к вам. Вот сейчас Ирлан попытался ответить, то есть не попытался, он хорошо очень рассказал. И очень много вопросов идет от зрителей по поводу открытия рейсов Алматы-Астана. И Ир Даулет Бегманович, Николай Анатольевич ответили по своей части по поводу исправок, по поводу дезинфекции салонов. И на вопросы по поводу того, как будет происходить контроль, мы в целом где-то читали в новостях, но можно продублировать. И где-то Ерлан что-то рассказал. Скажите ваше мнение, и следующий будет вам вопрос адресован. Модернизация инфраструктуры аэропортов ожидается. Будут ли какие-то новые правила оформления грузов и пассажиров уже после окончания карантина? Спасибо, Жанна. На самом деле мы сейчас готовимся к открытию и возобновлению рейсов между Алматой и Астаной с 1 мая, то есть уже завтра. В настоящее время мы хотим отметить, что аэропорт Нур-Султан и, я надеюсь, аэропорт Алматы практически 100% готовы к открытию, к обслуживанию данных рейсов в условиях карантина. Да? Как вы знаете, неоднократно в СМИ озвучивалось, что допуск здания терминала будет разрешен только для летающих пассажиров при наличии справки о прохождении теста на COVID-19, именно ПЦР-теста, да? То есть срок действия данной справки для пассажиров будет действовать 7 дней. А также только в средствах индивидуальной защиты смогут пройти пассажиры в здание терминала и при наличии билета на рейс. Корректность данных справок, а также термометрию при входе пассажиров в терминал будут осуществлять сотрудники санитарно-эпидемиологических служб. Для них мы установили специальные рабочие места перед входом в терминал. То есть они будут измерять температуру входящих пассажиров, а также проверять подлинность справок на тест COVID-19 через собственную базу данных, так как все тесты, которые проводят сертифицированные лаборатории, заносит данные проведенных тестов, и соответственно справки пассажиров будут сверяться с объективной базой проведенных тестов. Спасибо большое. В самом терминале мы также провели ряд процедур. В частности, были проведены маркировка зон, где скапливаются пассажиры, именно зоны регистрации, зоны досмотра, зоны выхода на посадку. Везде были установлены маркировки безопасного расстояния между пассажирами 1 метр. Ну, то есть везде установлены санитайзеры, а также информационные справки для пассажиров, как нужно использовать средства индивидуальной защиты и что нужно делать пассажирам при посадке на рейс. Спасибо большое, Даулет Газизович. Я думаю, что мы уже вскоре услышим отклики первых пассажиров. Надеюсь, что все будет удобно, комфортно. И главное, пассажиры с пониманием отнесутся к данным мирам. Мы тоже на это надеемся. Спасибо вам. Что касается вашего вопроса по модернизации аэропортной инфраструктуры после отмены карантинных мероприятий, я бы хотел отметить, что вот в текущей ситуации, да, то есть как авиакомпании, точно так же и аэропорты ощутили на себе весь удар впоследствии пандемии коронавируса, наши доходы упали более чем на 90%. И как антикризисных мер, которые были приняты руководством аэропорта, это, приостановление всех инвестиционных программ, которые были запланированы у нас на 2020 год. То есть пока мы инвестиции в инфраструктуру аэропорта в текущем году, в посткризисной ситуации,
проводить не собираемся ввиду отсутствия денежных ресурсов. Как только будет понятно определенный перечень требований, которые останется уже, так скажем, надолго, да, то есть и, соответственно, будут определенные требования от санитарных и медицинских служб, естественно, все эти требования аэропортами будут выполняться. И соответствующие расходы будут понесены. Оборудование требуемые средства дезинфекции и средств санитарной защиты будут приобретены и установлены на аэропортах. Даулет, спасибо. У меня к вам еще два вопроса, я их тоже сразу задам. Мы эти темы обсуждали уже, пока вас не было. Это первый вопрос. Социальная защита ваших сотрудников. Как были ли у вас сокращения? Как вы о них заботитесь в этот сложный период? И второй вопрос. Государственные меры поддержки. В какой степени они уже существуют для аэропорта? И какие у вас ожидания? Ну, Жанна, да, действительно, мы, в принципе, с начала введения режима ЧП и карантинных мероприятий практически более 70% персонала у нас были переведены в отпуска, либо на удаленную работу. Да. Те сотрудники, которые находятся у нас в простое, они у нас получают минимальную заработную плату, да, то есть установленную указом президента. Эти выплаты производят предприятие за счет собственных средств. То есть пока мы поддержки от государства по данным не получаем, производим все выплаты своим сотрудникам за счет собственных средств. За период действия режима ЧП ни один сотрудник не был сокращен или уволен из штата аэропорта Нур-Султан. То есть поэтому мы все свои социальные обязательства перед сотрудниками выполняем на 100%. В том числе и оснащаем их всеми средствами защиты. Полностью проводим все необходимые тесты и предсменные контроли. Да, то есть, а также усиленный медицинский осмотр как предсменный, так и послесменный. Спасибо большое. Второй вопрос. Да. А, ну по вы, второму по-моему... вопросу, да, мы как вы знаете, в конце марта аэропорты сделали совместное обращение, обратились к правительству с письмом, в котором были список тех мер поддержки, на которые мы хотели получить от государства в условиях режима ЧП и выхода из кризисной ситуации. Да. Но, к сожалению, конечно, не все меры поддержки были поддержаны, но мы надеемся, что часть налоговых льгот, то есть которые правительство сейчас рассматривает, и, насколько я знаю, в субботу будет уже окончательное совещание у премьер-министра по утверждению данных преференций. Надеемся, что на данном совещании предложения и льготы для аэропортов будут поддержаны, а именно освобождение на 6 месяцев по налогу на имущество, изменение нулевого коэффициента к налогам, отчисляемым с фонда оплаты труда, как соцналог и выплаты в СНС. Применение нулевой ставки к выплатам на землю, то есть такие как земельный налог, аренда за земельный участок, ну и также налог на имущество. То есть вот по данным видам налогов мы планируем получить отсрочки на полгода, то есть, вернее, каникулы на полгода. Надеюсь, что правительство в этих мерах нас поддержит. Но кроме налоговых мер поддержки, мы просили оказать нам поддержку в части льготного финансирования и реструктуризации тех займов, которые уже сейчас имеются на аэропортах. Данные вопросы также сейчас на рассмотрении правительства, и мы надеемся, что
через фонды Байтерек и Банк развития Казахстана нам будет оказана поддержка по этим вопросам также. К сожалению, остальные меры, касающиеся стимулирования восстановления пассажиропотока после выхода, после снятия карантинных мер, а также меры стимулирования авиаперевозчиков через скидки в аэропортах и навигационные сборы. То есть пока, к сожалению, правительство не поддерживается. Понятно, спасибо большое, Даулет. Ерлан, вы бы хотели что-то добавить? Да, спасибо, да, Жанна. Спасибо. Я предлагаю перейти к вопросам, которые к нам поступают. Их достаточно большое скопилось. Мы их саккумулируем и более таки универсальные подберем, наверное, редакции, которые бы охватывали несколько вопросов сразу. Вопрос поступает такой по возвратам билетов по сервисным службам. То, что сервисные службы взимают при возврате билетов, оставляют у себя некие сборы, то есть не до конца возвращается билет, стоимость билета. Мы этот вопрос непременно зададим самим сервисным службам, потому что, как уже пояснили наши авиакомпании, при обращении к ним через сайт они делают 100% возврат, может, всех билетов, даже и невозвратных, которые были ранее куплены. И, скорее всего, возврат этот происходит в порядке очереди, то есть в зависимости от даты вылета, наверное. Чем ближе дата вылета, тем быстрее и оперативнее рассматриваются сами, наверное, возвраты. По сервисным службам мы непременно зададим им вопрос, сервисные службы с ними проговорим, и потом уже далее в комментариях, после получения от них ответа, мы ответим и прокомментируем. И все вопросы, которые к нам поступают, это они аккумулируются у нас благодаря компании ИТЭСа, которая это сегодня наше совещание, конференцию организовала. Знаете, что ИТС на протяжении более 23 лет занимается организацией такой большой выставки, как Транслогистика Казахстан, и буквально в октябре, в период там, с 14 по 16 октября состоится наша очередная выставка Транслогистика Казахстан. Я всех сегодняшних участников приглашаю на эту выставку, посетить ее, посетить все наши сессии, которые будут там организованы. Жанна, давайте перейдем к вопросам, потому что у нас уже наше эфирное время к концу. Я бы предлагаю перейти к вопросам. Жан, какие вопросы к нам поступили? Давайте их сформулируем, более универсальные редакции, и будем задавать. Спасибо большое. Я тоже с вами соглашусь и хочу напомнить, что ретрансляция сегодняшней конференции идет еще и на нашу бизнес-страницу Жанны Есенгариной «Транслогистикс Медиа». И там тоже задаются вопросы, но на часть этих вопросов мы уже ответили, я их повторять не буду. Желающие могут сначала посмотреть, очень много интересной информации, значит, пропустили. И есть такие вопросы, как перспективы развития мультимодальных перевозок в Казахстане и посткризисные сценарии развития отрасли. Но, наверное, по перспективам развития мультимодальных перевозок, Ерлан, вы что-нибудь скажете. А вот по посткризисным сценариям развития отрасли, хочу сказать, что это очень интересная тема. Очень много аналитики присутствует на специализированных сайтах, порталах, изданиях. И это отдельная тема для обсуждения. Сейчас была наша конференция посвящена текущим вопросам. Я думаю, что на этот вопрос отвечать не будем. Это очень много времени. Ерлан, по поводу мультимодальных перевозок в Казахстане. Да, спасибо, Жанна. Я считаю, что перспектива развития есть. Вы знаете, что у нас есть такая ассоциация, называется ТНТМ, которая осуществляет свои перевозки по маршруту через порт Актау. И далее, следуя, идет перегрузка на фидерные, ну, паромные судна, и составы двигаются дальше, доходят до европейских стран через Турцию. Основной вопрос, который, ну, необходим для развития, мы это обсуждаем на всех площадках, это необходимо принять единый перевозочный документ для таких перевозок, который был бы, наверное, удобен для всех участников этой перевозки, как для автомобилистов, так для железнодорожника, так и для морского.
морского транспорта. Ну, есть некоторые нюансы, которые требуют обсуждения по их стыковке, по их интеграции, потому что разные технологии здесь нужно обсуждать, но сама как идея принятия такого документа у нас в республике, она поддерживается, и далее мы это обсуждаем уже с нашими странами. Спасибо, Жанна. Спасибо большое. И тут еще был один вопрос, я его ищу, но я его сформулирую, я просто не могу найти от кого. Вопрос был, целесообразно ли и будет ли у нас отдельно создаваться грузовая авиакомпания? И, может быть, такие авиакомпании, как Air Astana и SCAT, тоже отдельно себе будут закупать грузовые борта? Можно этот вопрос и Ердаулету Бегмановичу, и Николаю Анатольевичу. Кто первый будет отвечать? Ердаулет Бегманович. Ердаулет Бегманович, вы меня услышали? Нет, да? Может быть, теперь слышно? Вот слышно, да. Меня слышно? Да. Вопрос создания отдельной грузовой авиакомпании в настоящее время в авиакомпании не стоит. Мы этим вопросом года 2-3 тому назад плотно занимались. Но учитывая большую конкуренцию на рынке, а также низкую цену за перевозку, мы решили пока повременить этим вопросом, потому что, как вы все знаете, Air Astana планирует выходить на IPO, и в преддверии такого большого мероприятия нам как бы свою расходную часть увеличивает, это было бы не очень целесообразно. По этой причине мы пока отложили этот вопрос на более поздний срок. Спасибо большое. Николай Анатольевич, а у вас как? Создание авиакомпании, вообще грузовой и пассажирской, это очень объемный вопрос. То есть для этого нужно будет приобрести грузовые самолеты, подготовить персонал, отработать со всеми партнерами, поставщиками, то есть сложную логистическую структуру грузов. На сегодняшний день вопрос создания грузовой компании, подразделения по грузам авиакомпании не стоит. Как я раньше озвучил, у нас 3 воздушных судна до конца мая работают в грузовом варианте. То есть есть заказы, они отрабатывают все эти моменты. Спасибо. Еще один вопрос от журналиста «Новое поколение». Мне кажется, Ердаулет Бегманович уже говорил, но давайте я повторю. Какова ценовая политика компании Air Astana и почему ему кажется, и некоторым другим, что билеты продолжают дорожать? Я не совсем понял вопроса. Это имеется в виду с 1 мая между Нур-Султан и Алматы или нет, вообще? Вопрос в целом, вопрос, почему билеты дорожают, как кажется, новое поколение. И тут еще один аналогичный вопрос был. Из года в год билеты все-таки дорожают. Что это за ценовая политика? Такой вопрос. Ну, если имеется в виду тенденция дорожания билетов, естественно, там авиакомпания тоже зависит от своих расходов, от размера своих расходов. Наши поставщики тоже, в свою очередь, повышают услуги, поэтому мы тоже вынуждены на это реагировать. Но, несмотря на это, если смотреть наши цены в валюте, то большой разницы с теми тарифами, которые у нас были лет 5 тому назад, и сейчас большой разницы нет. Просто многие наши пассажиры, в Казахстане почти все пассажиры приобретают билеты за национальную валюту, и вы сами знаете, что произошли несколько раз девальвации, и в такой ситуации, когда у авиакомпании основная часть расходов у нас
зафиксированы в валюте, иностранной валюте, а именно в долларах. Это приобретение самолета, обслуживание самолетов и так далее, и так далее. Да? И обслуживание иностранных бортов, все это в валюте идет. По этой причине, естественно, могут быть какие-то изменения. Если речь идет о конкретном рейсе, тогда надо поднять этот рейс. Почему? Может быть, на данном рейсе мест нет или там остались последние места. У нас в авиакомпании имеется тарифная сетка на каждом рейсе, допустим, только эконом-класс у нас представлен в порядке там, 10, от 10 до 20 видами тарифов. Естественно, в первую очередь распродаются более дешевые тарифы, и пассажир, который в последний момент, в последний день обращается в авиакомпанию за билетом, может быть, ему достаются самые оставшиеся самые дорогие билеты. Поэтому надо посмотреть конкретно именно о каком рейсе речь идет и посмотреть загрузку этого рейса. Просто так мы тарифы бесконтрольно не повышали. Это факт. Спасибо большое, Ердоулет Бекманович. Я думаю, вы вполне удовлетворили интерес тех людей, которым кажется и которые считают, обоснованно или нет, но вы достаточно логично все объяснили по поводу стоимости билетов. Ерлан, а есть ли у вас вопросы? Да, Жанна, здесь поступает вопрос такой, вопрос к Руслану, наверное. Вопрос по ИАТА КАЗ. Планируется ли внедрение КАЗ на территории Казахстана? Спасибо, интересный вопрос. КАЗ – это система взаиморасчетов при продаже грузовых перевозок. С прошлого года у нас проект идет по внедрению КАЗ в Казахстане. Я сам этим проектом занимаюсь. На сегодняшний день точно сказать, будет ли проект продолжен, не могу, к сожалению. Потому что мы, наша ассоциация, как и лидирующая авиационную отрасль ассоциация, мы также сокращаем все свои расходы. Многие проекты останавливаются. Те, которые сейчас не будут нести, так скажем, той пользы для авиационных предприятий, самой большой пользы. Поэтому КАЗ принципиально планировался в Казахстане, он должен был быть уже осенью этого года, но в связи с текущей ситуацией точно сказать не могу, к сожалению. Если интересно будет, Ерлан, в принципе, можно поделиться моими контактами электронной почты, пусть мне напишут, и как вопрос решится, я по электронке отвечу. Спасибо. Да. Спасибо, Руслан. Я еще раз напоминаю, что нашу конференцию организовала компания ИТЭСа, и у нас в нашей рассылке были телефоны Ольги. Вы можете связаться с Ольгой, и Ольга свяжет вас уже с Русланом по вопросу ИАТА. Здесь поступил такой вопрос касательно законодательства, обращается к авиакомпаниям. Какой срок предусмотрен законодательством для возврата средств авиакомпании и после обращения пассажиров за возвратом? Я так понимаю, законодательно предусмотрены ли сроки по возврату билетов? Скорее всего, наверное, если перефразировать, то это будет так. Николай? Ну, насколько мне известно, законодательно такие сроки не закреплены. Это отражено в общем гражданском кодексе, что на любой запрос в течение месяца авиакомпания должна, ну как любая организация должна дать ответ. Спасибо. Спасибо, Николай. Ердаулет, у вас есть что прокомментировать? Нет, идентичный ответ. Спасибо. Жанна? Спасибо большое. И у меня вопросов нет. Те вопросы, которые приходят, они повторяются. Я не буду их тогда зачитывать. Я хочу всех поблагодарить за такую интересную беседу. Это действительно то, что сейчас интересно многим людям. Спасибо всем. Ерлан. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. Да, спасибо большое всем.
хотел бы выразить благодарность нашим спикерам за участие, за предоставление ответов, также нашим слушателям за то, что вы были с нами, задаете вопросы. На те все вопросы, которые вы нам задали по ходу конференции, мы на них в повестке дня их раскрывали, отвечали. Если вы посчитали, что мы не ответили на ваш вопрос, вы также можете его задать через нашу платформу, которую ссылки у вас есть. И спасибо большое. На этом наше эфирное время заканчивается. Спасибо большое еще раз. Всех с наступающим 1 мая. Вас также. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Thank you.